Простите. Доктор Е, зачем это? Тебя можно оправдать. Мошенники часто торгуют настойками. Бабушка Фан опознала меня. Ты хотела помочь благим намерениям, верно? Да. Но благое намерение не сработало. Ты все равно ошиблась. Что думаешь? Вы правы. Ты получила аппарат УЗИ и лекарства? Получила. Хорошо. У меня есть еще кое-что. Что такое? Мои долги. Директор! Я на самом деле шутила с вами. Я не думала брать с вас денег. Слово мужчины — это обязательство. Хочешь сделать из меня крысу? Как вы можете? Я сдержал свое слово с аппаратом УЗИ и лекарствами. Не хочу портить репутацию из-за денег. Пересчитай. Незачем. Я верю вам. Если ты серьезно к деньгам, они также отнесутся к тебе. Пересчитай. Сколько? 8455 юаней. Верно. Плата за лечение 55 юаней, 6000 юаней за 3 ночи. 2000 за 8 кусков курицы, итого 8455. Директор, я правда с вами шутила. Это уже слишком. Не переживай, сколько ты и просила. У меня скоро собрание. Пообедаем вместе. Я угощаю. Хорошо. Можешь вернуться к работе. Директор. История из деревни Тао-Юань. Закончилось? Не волнуйся. У нас много времени впереди.
Я был твоим должником. Теперь рассчитался. Теперь ты моя должница. Оплата займет много времени. Не спеши. Иди работать. Да что ж за совпадение такое? Почему я так несчастна? Вот невезуха. Ты чего делаешь? Ничего. Ну что ж, теперь мы познакомились. Все заняты, не будем церемониться. Надеюсь на наше сотрудничество. Выполняйте хорошо свою работу. Наше собрание посвящено другому вопросу, съемкам документального фильма. Полагаю, вы видели, что запланировано. Тема новорожденных. Акушерство, гинекология и педиатрия. Это проект общественного благосостояния. Полагаю, у вас возникли определенные опасения. Но в будущем он принесет нам пользу и улучшит имидж больницы. Существует много видов благотворительности. Мы больница. Стоит учитывать качество медицинского обслуживания. Повлияет ли на нашу работу такое количество людей, слоняющихся по больнице? Я обсудил с продюсером эту проблему. Они сократят съемочный состав, поставят минимум оборудования и сделают съемку максимально естественной. Заведующий Хуан, вы слишком сильно беспокоитесь. Я не слышал о медицинской халатности из-за съемок фильма. Эмоциональное возбуждение пациента может повлиять на их состояние. Господин Гау, вы не врач. Не работаете на передовой, вам не понять. Да, господин Гау, у вас нет представления. Например, наше педиатрическое отделение. Если дети плачут, плач будет очень громким. Хуан, педиатрическое отделение знает же способ, как договориться с детьми. Как раз и родителей научите. Верно? Заведующая Чэнь сказала в прошлый раз. Роженицы выбирают отделение акушерства и гинекологии в больнице из-за уединения и комфорта. Что они подумают, если окажутся под прицелом камер? Верно, заведующая Чэнь? Эту проблему мы с ней обсудили. Все должно быть сделано с одобрения матерей, не затрагивая других клиентов. Заведующая Чэнь. Слышал, ваше отделение продвигает идею безболезненных родов. Продюсер очень заинтересован. Правда? Тогда мы можем и это тоже продвигать. Я не мог не согласиться на документальный фильм. Я прослежу за процессом. Появится проблема, я решу ее. Если что-то пойдет не так, я возьму ответственность. Я согласен с мнением директора. Заведующий Сюй, каково ваше мнение? Раз директор так сказал... Я не против. Хорошо. Вот и договорились. Найди список сотрудников и отправь на мой компьютер. Без проблем. Заведующий, я пойду. Хорошо. Заведующий Сюй. Думаю, новый директор наслаждается славой. Возьмет ответственность. Хорошо, если это так. Если хочет этого, пусть попробует. Будучи юнцом... Только попробовав, узнает, что это. Ты купила эту книгу? В деревне нет книжного. Все нормально. Закажи онлайн. Сейчас удобная доставка. Что касается графика, он давно составлен. Ты только вернулась. Не могу никого переставить. А когда вы сможете составить новый? Как смогу, так сделаю.
Спасибо, заведующий Хуан. Я пойду. Хорошо. Подожди. Недавно я задумался о написании книги о раннем выявлении и профилактике детских заболеваний. В последнее время у тебя немного работы. Что скажешь? У меня есть кое-какие материалы. Разбери по симптомам, когда будешь свободна. Хорошо? Конечно. После возвращения она знает, что делать. Доктор Гуань? Прошло полгода, а мое существование все так же бессмысленно? Или хотят, чтобы я взяла на себя больше обязанностей? Или это из-за Лу Джаоси? Лучше бы нет. Собираешься в столовую? В кафе. Хочу рыбу в горшочке. Тогда угощаешь. Ладно, угощу. Собираемся. Пошли. Идем. Доктор Джун угощает обедом. Доктор Е вернулась? Позови ее. Ладно, позовем. А толку-то? Ей не нравится с нами тусоваться. Доктор Е, ты пришла. Я угощаю всех обедом. Пойдешь с нами? Я не голодна. Идите без меня. Хорошо. Смешно? Я тебе правда сочувствую, но это слишком смешно. Он и правда директор твоей больницы. Я в его кабинете была как побитая змея, как испуганная кошка. Такая пытка. Кажется, этот парень довольно интересный. Интересный? В плохом смысле, да? Отдал долг, говорил с подвохом, явно намеренно меня мучил. Взгляни с хорошей стороны. Деньги не фальшивые. Лучше бы фальшивые. Полицию бы вызвала. Да ладно, не надумывай. Он пытался напугать тебя ради забавы. Разве в деревне ты его не унижала? Точняк. Я бы тоже просто так это не оставила. Но есть еще кое-что, чего он не знает. Узнай он, было бы хуже. Что это? Я тайно его сфотографировала и отправила маме, сказав, что он мой парень. Зачем? Мама настаивала. Больше никого не было рядом. Попросила бы меня, я хороша в фотошопе. Я немного выпила, мозг не соображал. Твой директор красавчик, да? Ничего так. Значит, красавчик. Судя по вашим отношениям, оценю его на 2 уровня выше. Тогда ты подумала, что было бы неплохо, окажись он твоим парнем. Поэтому и сфотографировала его. Не говори глупостей. Я сожалею сейчас. Я хотела ему признаться. Пусть все пронесется сразу, словно буря. Послушай совет, не навлекай на себя неприятности. Сейчас для тебя лучше его избегать. Как и в моем романе, герои не видятся. Как властный директор будет властным, а нахальная девушка нахальной? Без пересечений не возникнет конфликта. Хотя это звучит странно, кажется, в этом есть смысл. На ночь кофе напилась. Сможешь уснуть? Завтра выходной. Посижу допоздна, попишу. А ты почему не возьмешь выходной? Затаилась бы. Незачем. В торговом центре завтра акция от гинекологического отделения. Пойдут все, кто не работает. Как раз и буду его избегать. Да не загоняйся ты, не ищи обход, пока не увидишь его. Пойдем, нанесем маску. Идем.
Прошлой ночью ты мне сказал, что я была пьяна и сделала тебе предложение по телефону. Я обдумала это. С тех пор, как мой папа... Как вы, директор? Все ли хорошо? Наверное, не очень. Но я справлюсь. Слышал, ты не ходил несколько дней на работу. Произошел один инцидент. Мама объяснит тебе позже. А вот и я. Не говори только о работе, вернувшись из командировки. Я тебе расскажу. Он застрял в горах и наткнулся на интересную женщину-врача. Она понравилась ему. Мам, перестань. Я этого тебе не говорил. Нетрудно догадаться. Кстати, не забудь съесть блюда тети Пен. Не храни их долго в холодильнике. Ладно, не забуду. Смотри за дорогой. Береги себя. Пока. Вот же, блин. Доброе утро, доктор Е. Доброе утро, директор. Намеренно избегаешь меня? Нет. Это хорошо. Не пытайся избежать долго. Директор, вы забыли на кнопку нажать. Нет. Я жду тебя. Помнишь, что я говорил? Ты пожалеешь. Я уже жалею. Сожаления бесполезны. Ты довольна этой работой? Сойдет. Значит, недовольна. Есть что улучшить, да? Сложно сказать. Помощник Лень скоро создаст мне почту. Появится предложение. Не стесняйся, пиши. О. Директор, я должна идти. Слышала про почту директора? Слышала. Что, хочешь внести предложение? Пока не думал об этом. Как будто для нашего блага. Не принимай всерьез. Если обидишь его, ущерб больше выигрыша. Ты не заметил? Главная придира ведет себя сдержанно. Доктор Дзен, доктор Е, спуститесь вниз через 15 минут. Хорошо, поняла. Помоги мне, вот здесь. Добрый день, дамы и господа. Благодарю вас за посещение нашего мероприятия безболезненных родов, продвигаемых больницей Ансин. Когда речь идет о безболезненных родах, вас, наверное, больше всего беспокоит, повлияет ли анестезия на здоровье матери и ребенка. На самом деле доза анестетика для безболезненных родов крайне мала, так же, как и для кесарево сечения. Поэтому не беспокойтесь о том, повлияет ли это на мозг или физическое развитие. Самое главное, Синьюй, доктор только что мне сказал, что мы вместе будем оперировать на сцене и ответим на все вопросы. Хорошо.
Идем. Сходим в туалет. Узнаете больше, хорошо? Ты не знакома с педиатрами, значит, не знаешь доктора Е. Это она призналась доктору Дзяну, а он ее отверг. Значит, она поехала в деревню исцелять сердце? Это не точно. Она гордая и изгой. Может, ей нравится жить в деревне? Здравствуйте. Почитайте о родах. Почитайте о родах. Хорошо. Вы собрались здесь, чтобы увидеть все своими глазами. На сцене три аппарата для имитации родовых схваток. 10 уровней болевых порогов. Мужчины, кому интересно, можете принять вызов. Если кто-то добьется успеха и дойдет до 7-го уровня, мы наградим вас. Сертификат на медицинский осмотр в больнице Ансин. Есть желающие? Почему бы не пойти? Кто-нибудь из джентльменов хочет бросить вызов? Не стоит стесняться. Я вызываюсь первым. Мамочки, какой красавчик. Прошу. Позвольте мне представить вам этого джентльмена. Директор Лу из больницы Ансин. Директор Лу, скажите, пожалуйста, почему вы хотите попробовать? Спасибо, заведующая Чэнь. Всем добрый день. Я стою здесь сегодня не как директор больницы Ансин, а как обычный человек. Я считаю, все мужчины здесь, включая меня, понимают буквальное значение боли родов. Возможно, однажды, во время родов жены, вы возьмете ее за руку и скажете ей, можешь немного потерпеть. Если мы не проходили через то же самое, разве просьба о терпении будет убедительной? А еще я знаю, что все мужчины пришли сюда с девушками или со своими женами. Хочу узнать, есть ли желающие присоединиться ко мне. Хорошо. Вы. Пожалуйста, выходите на сцену. Добро пожаловать. Давайте. Все готовы? Когда будете готовы, наш эксперимент начнется. Извините, заведующая Чэнь. Я хочу поменяться с ним местами. А то будут подозревать, что я подставной, а эта машина вообще не работает. Хорошо, директор хочет сменить место. Проходите. Спасибо. Пожалуйста, наклейте электродные пластины. Наш эксперимент начинается. Вы это специально? Ага, потому что знаю тебя. Боишься сделать больно? Боюсь, обидитесь. Возможно. Итак, я попрошу наших джентльменов приготовиться. Эксперимент начинается. Первый уровень. На этом уровне вы ничего не почувствуете. Поднимемся выше. Второй уровень. Перейдем на третий уровень. Третий уровень. Поднимемся еще. Четвертый уровень. Давайте перейдем на пятый. Пятый уровень.
Стойте! Хорошо, стоп. Итак, конец родов. Давайте ему поаплодируем. А также поддержим аплодисментами остальных джентльменов. Мы поднимаемся еще на один уровень. Шестой уровень. На сцене это длится всего лишь несколько минут. Но процесс родов обычно занимает несколько часов. И это достаточно долгий процесс. Для тех, кто этого не испытывал, это действительно невообразимое испытание. Хорошо? Очень хорошо. Перейдите на седьмой уровень. Седьмой уровень. Держитесь. Обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вперед! 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 Я больше не могу! Остановите! Мы видим, что боль становится совершенно невыносимой. Давайте ему поаплодируем. У меня прекрасные новости. Директор Лу надеется выйти на новый уровень. Вперед! 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 Не продолжайте! Вперед! Вперед! Включай! Вперед! 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 Восьмой уровень! Вперед! 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 Обратный отсчет! 5, 4, 3, 2, 1. Конец родов. Испытание пройдено. Акушеры дают обезболивающее для снижения боли во время схваток и родов. И это повышает комфорт. Директор, вы, наверное, вспотели. Попейте воды. Спасибо. Пока вы были в деревне Тао-Юань, я думала, вы боитесь боли. Вам не стоило так храбриться. Беспокоишься обо мне? Думал, будешь злорадствовать. Но я же не садист. Почему кажется, что меня ругают? Нет. Я не храбрился. Просто привык быть немного лучше других. Больше, чем немного. Многие считают, разделить домашние обязанности во время беременности жен – залог хорошего мужчины. Если во время родов они будут рядом с женами, значит, они лучшие мужчины. Они говорят, что готовы вытерпеть их боль, но зато никогда ее не почувствуют. Хотя это было испытание, вы превзошли многих людей. Отлично выступили. Хочешь произвести впечатление? Я просто говорю как есть. Спасибо. Теперь начинаем второй тур. Есть желающие выступить на сцене? Вернусь к работе. Хорошо. Алло, менеджер Лю, есть свободные места на вечер? Да. Около 7-8 человек. Зарезервируйте столик. Да, запишите на мой счет. Спасибо. Заведующая Чэнь, я зарезервировал для вас столик. Чуть позже отправляйтесь туда. Вы не пойдете с нами? У меня есть дела. Тогда ладно. Точно. Спасибо, что пришли. Не за что. А где доктор Е? Неважно, себя чувствует. Она ушла. Ладно. Спасибо за вашу работу. Приятного вам аппетита. Я пойду. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, директор. До свидания. Не стойте на месте. Пошли, пошли. Идем.
Я Шилань. Директор? Где ты живешь? На набережной. Садись, отвезу тебя. Не нужно, доеду на автобусе. Здесь нельзя долго стоять, садись. Тогда спасибо. Принимаешь меня за водителя? Сядь впереди. О. Почему не ужинаешь с коллегами? Я не голодна. Ты с ними не близка, верно? Ешь гамбургер, не трать пустую. Знаешь, какая фамилия у главы группы Ансин? Синь Лу. Он ваш отец. Если знаешь, что моя фамилия Лу, как же вышло, что ты не знала, кто я? По правде сказать, я только сегодня узнала. Коллеги рассказали. И что говорят обо мне? Я не очень дружна с коллегами, поэтому ничего не слышала. Не нравится запах гамбургера? Ничего страшного. Теперь запах курицы напоминает уборку куриного помета в деревне. Ты исправляла меня трудом ради новой жизни. Простите, я виновата. Ничего. Я все запомнил. Не подавишься? Нет. Съев гамбургер, тебе стало лучше? Я не в плохом настроении. Нравится притворяться, что ты в порядке. Взяла выходной и застряла в написании. Чипсы закончились. Ты где? Хочешь сходить в магазин? Через 15 минут буду. Одевайся и выходи. Простите. Это твой друг? Подруга. Тебе что, не нравится дружить с коллегами? Почему вы так говорите? Иначе узнала бы слухи о смене директора больницы. Коллегам не обязательно быть друзьями. И в общем чате... Меня тоже нет. Почему? Они каждый день жалуются и сплетничают. Влияет на настроение. Про доктора Хуана? Да так, о всяких мелочах. Я уже не помню. Директор, остановитесь у супермаркета. Хорошо. Ну давай же, я голодна. Думала, что смогу его избежать, но большую часть дня провела с ним. Подбросил тебя. Ты не рада? Не будь такой неблагодарной. Помолчи. Знаешь что? Ты должна была бесплатно поесть. Чего стесняться? Пусть другие стесняются. Ты все еще любишь того парня? О чем ты? Думала, директор Лу пойдет. Так боишься его?
Разве ты не говорила днем, что Лу Джао Си обладает харизмой? В нем это самое страшное. Судя по его выступлению на сцене, любой скажет, что он понимающий, решительный джентльмен. Это масса преимуществ. Даже меня впечатлил. И я поняла. Ты боишься влюбиться в него, но он тебя ненавидит. Это правда ужасно. У тебя в голове есть что-то, кроме любви? Я думаю, внутри него и свет, и тьма. Он такой яркий снаружи, но оставляет темную сторону мне. Так страшно? Я встретила своего заклятого врага. Слишком пессимистично. Говоришь, заведующий Хуан не менял твой график? Значит, Лу Джао Си перевел тебя. Он твой спаситель, верно? Зачем ему меня возвращать? У нас с ним проблемы. Всегда напоминает о той ошибке, что я сделала в деревне. Часто спрашивает о случившемся в больнице. Когда я с ним наедине, всегда должна быть сосредоточена. И посмотри на его лицо. Он получает удовольствие, когда мстит мне таким образом. Он просто дьявол во плоти. Доктор Е. Ты оставила сумку в машине дьявола. Спасибо, директор. Это лицо дьявола? Но это не важно. Ты и так достаточно должна мне, и неплохо. Пока. Увидимся. Я же говорила, что Лу Джао Си красавчик. Все еще отрицаешь? Сяо Е, не грусти. Все не так плохо. Я была бы рада умереть за такого красавчика. Какой еще красавчик? Сущий дьявол. Дьявол? Неплохо. Добро пожаловать. Что желаете? Клубничный коктейль. Налейте сюда. Конечно. Что-то еще? Нет, спасибо. Отсканируйте код. Ваш чек. Спасибо. Сяо Цзи, я приготовлю. Хорошо. Извините, у вас есть пластыри? Ребенок случайно порезался. Пластырь? Я поищу. Извините, но нет. Здесь есть аптека. Здравствуйте, у меня есть. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, ваш клубничный коктейль. Спасибо. Кевин всегда носит с собой пластыри. Он человек с разбитым сердцем. Злодей становится намного интереснее. Здравствуйте. Чего желаете? Горячий латте. Хорошо? Температура спала? Хорошо, очень хорошо. Да, лекарство можно не пить. У вашего малыша выработался иммунитет, поэтому верно. Да, хорошо. Не за что. До свидания.
Это заведующий Хуан поручил. Это нормально. Сделай ты это раньше, возможно, не пришлось бы оставаться в деревне так долго. Ты меня просвещаешь или смеешься надо мной? Salute.